Псалом 62. Спокойное решение ждать спасения от Бога. Истинно душа моя безмолвно ожидает Бога. От Него приходит мое спасение. Он только моя скала и мое спасение. Он моя защита. Я не буду сильно тронут. Как долго вы будете нападать на человека? Вы все будете убиты, как покосившаяся стена и пошатнувшаяся ограда. Они совещаются только о том, чтобы свергнуть его с высокого положения. Они наслаждаются ложью. Устами своими благословляют, а в душе клянут. Душа моя, жди безмолвно одного Бога, ибо от Него ожидание мое. Он только моя скала и мое спасение, Он моя защита, я не буду двигаться. В Боге спасение мое и слава моя, скала силы моей. И убежище мое в Боге. Надейтесь на Него во всякое время, люди. Излей свое сердце перед Ним, Бог нам прибежище. Поистине, люди низкого положения, пар, люди высокого положения, ложь. Если их взвесить на весах, они вообще легче пара. Не надейтесь на угнетение и не надейтесь на грабеж, если богатство умножится. Не стремись к нему сердцем. Однажды сказал Бог, дважды слышал я это. Эта сила принадлежит Богу. И тебе, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его.